Доброе утро, друзья! Доброе утро, мои уважаемые подписчики! Вы на канале Планета Земля, я с вами Татьяна Панова. Сегодня у нас 11 июля 2020 года. Мы продолжаем знакомиться с нашим городом. Для вас, мои подписчики, кто только-только подписался на мой канал, я покажу вам удивительное место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Я сейчас нахожусь в Супсехе. Доехать сюда можно на транспорте 125-м, 126-м. Вот здесь вот конечная остановка. С одной стороны кладбище, а вот с другой стороны наш город. Вот его видно очень хорошо. И вот по этой дороге мы приехали. Сейчас мы пойдем на очень удивительное, красивое место, которое называется «Ласточкино гнездо». Наш город очень расположен, интересно. С одной стороны, почти 43 километра – это пляжи песчаные. А с другой стороны – это высокий берег, Золотая бухта и горы. Наш поселок расположен, и начало поселка идет вот от этих мест, сторона моря. И вот туда, туда сосиской он идет вниз, в сторону Варваровки. Если вы запланируете поездку самостоятельно, вы доедете до конечной. Ориентир всегда, я говорю, центральный рынок, улица Крымская. И с улицы Крымской можно путешествовать во все направления. Ну, а мы поднимаемся пешочком. Идем, девчат. Вот мы преодолели полпути. Видите, по такому. Тут я не пойму, что это. Асфальта нет. Но дорога какая-то есть. Девчонки мои впереди. А я потихонечку снимаю. И вот такой будет подъем. Ой, поднялись мы, друзья. Вот. Мальчик стоит. Что тебя больше привлекает? Это, вот это. Ну, очень привлекать. Жарко. Очень жарко. Вот смотрите, какой. Вот налево город. Это Супсех. Ветер поднимается. Ну вот мы еще туда планируем подняться. Видите, дорожки ведут. Это и есть знаменитое Ласточкино гнездо. У кого проходят свадьбы, они приходят, фотографируются. Ну а я попытаюсь подняться еще выше. Эти вот маленькие дырочки, поближе потом покажу, это и есть Ласточкино гнездо. Ну а мы с вами идем на самый край скалы. Фух! Ой-ой-ой-ой! Друзья мои, смотрите! Немножко ветер. Мы очень высоко забрались. Вот сейчас я вам покажу. Вот внизу есть еще одно место. Называется это 300 ступенек. Вот это тоже спускается. Видите, дорога ведет. Там беседки. Там можно отдохнуть. Немножко запыхалась. Расположен интересно. Я уже вот говорил в начале видео. Вот там наша Анапа. Вот Гагибия. Вот бухта. И 43 километра песчаных пляжей. Потом идет вот этот мыс, который делит песчаный пляж на высокий берег. И с высокого берега начинается совсем другая природа.
Природа меняется. Начинаются скалы, пляжи уже галечные. А если вот так вот идти от маяка, то мы придем сюда пешком. Вот где-то там я показывала вам 800 ступенек. Куда идти пешком? Часик. Сейчас мы с вами находимся в Ласточкиных гнездах. Сейчас еще пойду с другой стороны. На этих скалах живут ласточки. Эти скалы в дырочках. Помню, здесь у скал внизу стояла пианино. И многие блогеры снимали вместе с этим пианино. Ох, какой ветер поднимается. Наша Анапушка. Я ее так ласково называю. Ну, для тех, кто только подсоединился и записался на мой канал. Переехав в Анапу, я планировала себе, что буду ходить пешком. 4 раза в неделю. Я выбираю маршруты. И хожу, хожу, хожу. И таким образом я показываю все, что нравится мне. Вот так, друзья, я нашла это место. А потом стала смотреть видео. Оказывается, оно такое знаменитое. Сюда приезжают, фотографируются, снимают, ролики выставляют в интернет. Инстаграм. Вот, смотрите. Вот. Мы подошли с другой стороны. Обрыв какой. Фотосессия закончилась у вас? Нет еще? Нет. Все понятно. Сейчас, минуточку. Вот отсюда как хорошо видно. Вот дорога, которая ведет вниз к морю. 300 ступенек. Вот с этой стороны. Тоже туда хочу. Поднимусь. Не, я сейчас, подожди, доснимаю. А? Ну хорошо, давай. Ой, давай тогда. Да ты что, ну давай. Я хочу вот там, вот в той скале. Девчонки мои. Да, сейчас, в дырку, как ласточка. Ой, они там дурачатся. Так, а я поднимаюсь выше. Все выше и выше и выше. Ох, красотища какая. Ох, красота. Так, ну поднимемся, где были дети. Это еще выше. Хочется. Друзья мои, смотрите, смотрите и любуйтесь нашей Анапушкой. Девчонки, где-то рыбацкие сети увидели. А, вот, я тоже вижу рыбацкие сети. Yeah.
Нет. А это Сапсия. Так, ну еще один обзорчик с этой стороны. Так что будете в Анапе, приезжайте. Мест очень много. Вот читаю иногда комментарии, говорят: ой, что там смотреть, что там смотреть. Ну, Анапа — это ж не просто пляж. Это ж не только пляж. Меня фотографируют со всех сторон мои девчонки. Это ж места, горы, озера, водопады. Можно ехать в любую сторону. В Темрюк, туда, в сторону Крыма, на грязевые вулканы. Вот в эту сторону. Это у нас Супсех, Варваровка, Утреш. Заповедники знаменитые. Можно ездить по Краснодарскому краю. Как я всегда говорю, Краснодарский край – это рай. В нашей России – это рай. Вот, друзья. Ух ты, страшновато. А вот смотрите, как будто язычок. Ну, это интересно, сами сделали или... О, там уже треснуто. Там, наверное, фотографируется. Здесь, конечно, перезагрузка полная. Тут можно часами гулять, бродить, просто посидеть, подумать о жизни, провести хорошо время. Перезагрузка полная. Чистое море.